А сейчас продолжим выпуск новостями культуры. Казахстанский фильм получил сразу 4 приза на международном кинофестивале во Франции. Картина «Айгай» стала обладателем гран-при жюри и завоевала симпатии профессионального сообщества кинокритиков. Отдельно отмечена актерская игра исполнителей главных ролей. Фильм «Айкай» – вторая полнометражная работа Кинжибека Шайхакова. Фильм посвящен трогательной истории выживания людей, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Мы считаем, что это чрезвычайно сильная работа, которая раскрывает очень тяжелую тему ядерных испытаний и их последствий для окружающей среды. Мы были потрясены. Сценарий, сюжет, монтаж, качество картинки впечатляют. История тронула нас до глубины души. Я думаю, что тема пронзительная этого фильма действительно остается злободневной. И я, как член жюри, был очень тронут этими теплыми отношениями между отцом и сыном в такой ужасающей обстановке. Поэтому я очень благодарен всей команде.